Да, как песня есть. Та-да-та-да-та, подари мне вечерок. На-да-да-дам. Та-да-та-да-та-да-та. Ну, как песня-то? Та-да-та-да. Все песни в одну кучу. Готовимся ко сну. Я лично готовлюсь ко сну. Но буду слушать пока шуршание фасоли. Делать нечего. Время. Сколько время? 9 подходит. Время подходит 9. Но. 21 час. Но. Раиса Васильевна спать не хочет. У нее режим. До 12. Совы. А у меня наоборот. Режим жаворонок. Я могу в 9 часов лечь спать. И... Все, и рано встать. А вот у мамы наоборот. Ну вот что делать? На улице уже вечерок. Правда, комаров нет, собирала ничего нет. Кустовая фасоль уже. Вот, которую я собирала недавно. Кустовая. Мы ее вот так. Кустовая фасоль. Мы ее вот так шелушим. Это уже после трудового дня. Да, она немножко полежала, подсохла. В домике, да? Да. И. Очень оригинальный способ ее шелушить. Сразу зернышки падают, ой, фасолинки падают на дно. А в окошечке так красиво виноградик. Виноград, видите? Вон висит, зреет. Вон висит. Уже вечерок. Вот у нас так в окошечко такой вид. Часики. Часики тут такие симпатичные, улыбающие стоят. И сверчки. Надоедут. И сверчки. Вот тишина. Давайте послушаем. Красота! Они мешают нашей бабушке спать. Она из-за них один день не спала. Сколько? Одну. Нет, до скольки ты не спала из-за них? Слушала их трели, пение. Они до 3 часов пищат и сверчки. Пищат. И стрекочут, и поют они, перекликаются. А я должна слушать их. Пение сверчков начинается в 8 вечера. И до заканчивается, и поют они до 3 ночи. У них тоже так. Да, они как у них как соловьиный период. Да, брачный у них, наверное, период идет. Угу. А мне нравится природа. Сейчас один, а потом хором начну со всех дочек. Хором, да. Вот. Слушай, а она здесь перемешанная с белым. Здесь два сорта, да? Два сорта. Вот. За 3 минутки. Полкило. Может, грамм 300.